Если интерьерная компания потратит свои силы, мозги, энергию и деньги не на то, что будет закупать новые экспозиции, ну, собственно, тут нужны мозги товароведов, кладовщиков, бухгалтеров, а потратит себя на то, чтобы быть экспертами, то она сможет понять, что интерьерные рынки могут быть систематизированы. А значит, можно во всем этом океане быть навигатором для того проектировщика, который бы хотел быстро получить помощь в выборе оптимальных решений. Быстро предоставить помощь в выборе – это означает быть такой командой, которая способна говорить с проектировщиком на одном языке, понимать его с полуслова и должна иметь свою какую-то, ну, назовем ее так, анкету, да, или какую-то систему понятий, опираясь на которые можно тут же выдавать подходящие решения. То есть обычно, когда интерьер становится, делается красивым, то мы наблюдаем проектировщика, который очень долго, продолжительно ищет в интерьерных салонах подходящее решение. Мы постараемся сделать это быстрее. И наоборот, тогда, когда хотят сделать интерьер быстро, то выбирают первое попавшееся. Мы постарались избежать этого, чтобы просмотреть все. Просмотреть все и выбрать лучшее, но сделать это быстро – тут нужны таланты не товароведов и не бухгалтеров. Тут нужны таланты экспертов интерьерного рынка. Именно на это мы тратим свои силы и энергию. Ну и деньги, получается, тоже. Все.